Всем здравствуйте! Сегодня я по многочисленным просьбам трудящихся хочу показать, как можно сыграть деревенский наигрыш мотание. Ну, для начала я показываю басы. Басы не совсем простые, для начинающих будет сложновато. Как вы поняли, басы во всех частях будут одни и те же, одинаковые. Поэтому нужно будет один раз выучить, и от начала до конца будет все одно и то же на басах. Сейчас показываю правую руку. Значит, отсчитываем пятую, получается, кнопочку сверху. Я извиняюсь, медленно играть не получается, не привык. И как сначала. Ну, для более продвинутых могу показать чуть-чуть покрасивее. Вместо первой кнопки играем так. Три кнопки. Это было начало, то есть тема. Далее показываю. Можно сыграть так. То есть перескакиваем на октаву вверх по клавиатуре, это вниз будет. И немножечко изменяем. Басы остаются те же самые. Я забыл сказать, моя гармошка имеет тональность до диез мажор. Если кому важно, имейте это в виду. Значит, две кнопочки. Первая у меня отломана. Две кнопочки снизу. Начинаем играть двойными нотами. Можно сыграть еще красивее. Показываю в медленном темпе. Еще раз. Дальше то же самое. Итак,
показываю в медленном темпе. То же самое на кнопочку выше. Четырех звуков. Так, ну и еще один вариант, еще одна часть. Басы те же самые. Правой рукой играем полностью 16-ми нотами. И так показываю по порядку. Показываю еще раз. То же самое, на одну кнопку выше. Дальше, еще на кнопку выше поднимаемся, играем следующее. Далее. То же самое на кнопку выше. Два раза. Дальше. На кнопочку ниже. И снова, как сначала. Второй раз как бы не доигрываем и ставим аккорд. И еще, как вариант, можно из этой части перейти на октаву ниже, то есть вверх по клавиатуре. И уже доигрываем. То есть сначала то же самое. Доигрываем, как в начале. Ну вот, на этом все. Желаю удачи. Можно эти части комбинировать.